Молодая мама Марта Михнюк принимает поздравления с рождением дочери. Младенец стал не просто первенцем в этой семье бобруйчан, а вообще первый новорожденный в регионе в 2023 году. Малышка родилась в 0 часов и 1 минуту 1 января. Сама же молодая мать признается, рождение малышки именно в новогоднюю ночь стало настоящим сюрпризом и самым дорогим подарком в жизни. У нас плановые роды были 5 числа. Ну, собирались, готовили бутерброды, стол накрывали. А тут начали схватки. Пришлось ехать в роддом. И вот мы к 8 вечера уже были здесь. Роды прошли хорошо, очень запоминающиеся. Поэтому мы решили сходить еще за 2 мальчиками. С именем долгожданного первенца Марта с мужем еще не определились, но варианты уже подготовили. На семейном совете будут выбирать между Настей, Татьяной или Варварой. А вот в чем молодая мама точно уверена, малышка будет самой счастливой. Поздравить молодую маму по поручению президента приехал заместитель председателя Могилевского облсполкома Валерий Малашко. Самое главное, что в нашей стране в первую минуту Нового года родилось несколько детей. Это говорит о том, что мы имеем продолжение и мы имеем особое отношение вот именно к детям и отношение государства к материнству и детству. И поэтому вот все меры поддержки и семейного капитала, и поддержки при рождении первого ребенка, они дают свой результат, и семьи откликаются вот на эту поддержку, и дети у нас рождаются. Бобруйский родильный дом – это перинатальный центр второго уровня, где оказывается профессиональная акушерско-гинекологическая помощь женщинам Бобруйска и 5 прилегающих районов. В прошлом году на свет здесь появились более 2000 детей, из которых 16 – близнецов.